Можно ли быстро изменить зрение? Конечно, все можно. Андрей Андреевич, чтобы улучшить зрение, что лучше всего из ваших советов? Благодарю вас. Я очень рекомендую использовать мой семинар, который называется «Эзотерические способы улучшения зрения». Вы можете его приобрести и использовать. Среди моих вот таких советов я могу сказать, что зрение можно улучшить в случае, если выполнять дыхание, при котором необходимо представлять, будто перед вашей грудью или перед центром вашей груди вы видите солнышко, и сзади вашей груди на таком же расстоянии, как вы представляете спереди вашей груди, вы тоже представляете солнышко. После чего делаете вдох, представляя, будто смотрите на солнце перед вашей грудью, задержку дыхания, представляя, будто смотрите в центр груди, и выдох, представляя, будто солнце видите сзади своей спины. После чего делаете вдох, представляя сзади своей спины солнце, задержку дыхания, представляя, будто вы смотрите в центр своей груди, и выдох, представляя, будто вы его делаете перед своей грудью. Так вы восстанавливаете свое зрение, это очень эффективный метод. Оставьте свои отзывы после использования данного метода. Существуют ли профессиональные эзотерические методы восстановления зрения? Конечно, существуют. Хотите, приходите завтра на платное Сангая, я их могу вам продемонстрировать.